Всем привет! Хочу сказать, как я делаю капусту для крошева. У меня нет тяпки, поэтому я все делаю ножичком. Вырезаем толстую кочерыжку. Лист складываем пополам и закручиваем тугой рулетик. Чем туже будет свернут, тем проще будет резать. Дальше рулетик нарезаем на тоненькие кусочки. Потом каждый рулетик режем на квадратики. И следующим этапом делаем вот такие движения. Из этого получается вот такая вот мелкая крошево.